Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Фирс Сергеевич Журавлев, русский жанровый живописец, академик Императорской академии художеств, участник бунта 14, один из учредителей Санкт-Петербургской артели художников. Родился в 1736 году. До 19 лет занимался портновским ремеслом. Живописи учился в Санкт-Петербургской академии художеств, где получил малую золотую медаль. Изначально Журавлев посещал академию в качестве вольноприходящего, затем постоянного ученика класса исторические живописи. Его род живописи – бытовая живопись. В особенности он известен несколькими картинами, сюжет которых взят из купеческого быта. Это купеческие поминки, многофигурные картина, полная тонкой наблюдательности. Благословение невесты – сцена почти драматического содержания с большими художественными достоинствами. Журавлев писал отдельные фигуры, верно выхваченные из действительности, например, официант. Писал также портреты, как, например, отца Иоанна Кронштадтского. Рисунок Журавлева правильный, живопись тонкая, а колорит правдивый. Вот так написано в Википедии. Во время учебы в Императорской академии художеств неоднократно награждался медалями за успех в рисовании, малыми серебряными и большими серебряными. Награжден малой золотой медалью за картину «Кредитор описывает имущество вдовы» в 1862 году. В 1863 отказался от участия в конкурсе на большую золотую медаль Императорской академии художеств, подав прошение о выходе из академии и получил звание классного художника второй степени. Один из основателей Санкт-Петербургской артели художников вместе с Иваном Кравским, а также четырьмя художниками Богданом Венигом, Александром Григорьевым, Алексеем Корзухиным и Николаем Шустовым, поселился в квартире в доходном доме Гудкова на 17 линии Васильевского острова, образовав своеобразную коммуну с общими мастерскими для работы и ведения общего хозяйства. Журавлеву прекрасно удавались картины малого жанра, в которых он создавал образы, будто выхваченные из действительности, индивидуально точные и в то же время характерно собирательные. Экспонировал свои работы на выставках Товарищества передвижных художественных выставок. Однако членом товарищества так и не стал. Участвовал во всемирных выставках в Филадельфии в 1876 году, в Париже в 1889. Участвовал в росписи Кафедрального собора Храма Христа Спасителя в Москве, Христоса Рождественского Кафедрального собора в Риге. Автор мозаик в соборе Вознесения Христова на крови и икон в соборе Воскресения, славущего всех учебных заведений в Санкт-Петербурге. Ну так вкратце из Википедии о русском жанровом живописцы, академики Императорской академии художеств, участники бунта 14, одного из учредителей Санкт-Петербургской артели художников Фирсе Сергеевиче Журавлеве. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.